Каркаролинском районе продолжается круглосуточный поиск пропавших братьев. Задействованы десятки спасателей и несколько единиц техники. Напомним, что несчастный случай произошел 2 апреля. Двое мужчин, переправляясь через реку Копа, упали с лошадей. Мощным течением их унесло по реке. Один уже упал, лошадь ушла, он пошел пешком, его начал сносить. Второй прыгнул за ней на лошадь и перегнулся и упал. То есть глубина какая? Здесь, значит, была глубина вот по самой верх, это около 3, то есть 2,5 метра. То есть где-то шли пешком, где-то тонули. Спасатель на месте рассказывает обстоятельства пропажи двух братьев на реке Копта. Мужчины пропали вне населенного пункта в 500 метрах от совхоза Жарлы. 2 апреля утром они ускакали за табуном лошадей через мост, но обратный путь всадники сократили и поскакали в районе реки. Вместе с ними был местный житель, на глазах которого братья упали вместе с лошадьми в воду. Сами лошади выбрались на сушу, а мужчины исчезли в реке. Спасатели дали оценку действия пропавших мужчин, заявив, что они пренебрегли элементарными правилами безопасности. Один с одного берега, двое с другого берега. Начал один переправляться, лошадь соскользнулась, потому что под водой еще имеется лед. Упал всадник, унесло течением. Второй, видя это все, также на лошади прыгает в воду. Хочет самостоятельно спасти, и его также уносит. Спасатели отмечают, что мелкие реки весной становятся значительно шире из-за вливания паводковых вод. Кроме того, усиливается течение. В настоящее время к поиску пропавших мужчин привлечены десятки спасателей и несколько единиц техники. Сейчас мы наметили план дальнейший по поиску. А группировку разбили по группам. Назначили старших этих групп. Каждый будет на своем участке отрабатывать по пойму этой реки Купа. Где-то пешим порядком, где-то на моторках, на лодках, где-то водолазы будут спускаться. В департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что поисковые работы ведутся круглосуточно и не прекратятся, пока пропавшие братья не будут найдены. Спасатели вновь обращаются ко всем жителям области с требованием неукоснительного соблюдения мер безопасности в паводковый период. Категорически запрещается перебираться через водные преграды вброд. Андрей Тенза, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.